Мало кто помнит, но улицы Караганды в разное время назывались по-разному. Проспект Бухар-Жырау сначала был проспектом Сталина, а затем стал советским. Улица Гоголя с 1952 года была улицей Крайней, а Дворцовый проезд в 1965 получил имя Игоря Лободы. Бульвар Мира когда-то был улицей Бульварной, причем была Бульварная Северная и Бульварная Южная. Таким был мой родной город, моя Караганда.